Школьники не могут оторвать взгляд от пожарных инструментов, ведь их так много, и они все для чего-то предназначены. Спасатели показали кадетскому классу экипировку, дали примерить шлем, защитный костюм и показали наглядно, как работает противогаз. Ученики погуляли по территории базы, изучили пожарную технику, каждый желающий мог сесть в кабину и забраться на крышу машины. Нам очень все понравилось, дети уехали в хорошее настроение. И большое спасибо за лекции, за демонстрацию оборудования, ну и профориентирование. Также будущие сотрудники МЧС увидели, как живут пожарные. Дети побывали в столовой, спальне, раздевалке и других комнатах. Узнали об истории пожарной охраны, районе и регламенте выезда. Я узнал, как надо себя вести, если ты в другом городе, если ты потерялся в лесу. И, ну, как себя вести, если заблудился в центре. Спасатели напомнили учащимся, как вести себя на воде при пожаре, в транспорте и других. Показали, как работает диспетчер службы 01 и караул при выезде на ЧС. Александр Гаврилов, Давид Нагорный. Новости сейчас.